Это красивое и очень необычное озеро. Угорь будто парит в воздухе и иногда ныряет вглубь. На самом деле он находится в смертельной опасности. Дело в том, что это непростое озеро. Оно находится на дне океана, и в нем очень высокая концентрация соли. Все живое, что туда попадает, умрет, если будет находиться там слишком долго. Такие озера – настоящие кладбища живых существ. Рыба ненадолго попала в такое озеро и получила токсический шок. Лишь каким-то чудом она смогла выбраться. Таких озер особо много в Мексиканском заливе. Извержения из-под земли выделяют сверхсоленую жидкость. Она тяжелее воды и поэтому скапливается в низменностях, образуя озера. Зрелище это невероятное. Настоящие озера концентрированной соленой воды на дне океана. Звучит как бред, но это реальность. Их берега усеяны огромным количеством моллюсков, которые привлекают других существ. Угрю-головорезу здесь есть чем поживиться. Некоторые из них даже отваживаются нырнуть в соленое озеро. Угорь слишком долго находился внутри и получил токсический шок. Если он не уплывет подальше от озера, то умрет. Ему удалось выбраться, но не все были так удачливы. На этом канале вы увидите короткие интересные ролики из жизни животных. Если нравится подобный контент, то подпишитесь и включите колокольчик. Посмотрите также другие ролики на канале. Плейлист вы видите на экране. Пока!